А я пацан молодой, зовут Олегою. Я ничего не боюсь, я быстро бегаю. За любимую девочку постоять я смогу. Так, ребята, снова всем привет. Мы начинаем с вами вторую часть нашего продолжения. А именно, мы закончили на том, что у нас появился рассвет. С утра к нам подошли некие мужики, уже в 4 утра, пришли ловить карася на закидушке. Вот они так удачно поймали, я у них подснял. Ну а мы пока не проверяем, мы пойдем проверять все эти верши где-то в часов 6 утра. Вот. Так что продолжаем с этого, у нас рассвет, сейчас пьем кофе и в бой. Приятного просмотра! О, а мы сейчас его увеличим будет. О. Ну, ребята, что делать? Бывают и такие. Ну, так, такого, конечно, мы отпустим. Зато как жадно клевал. Да, аж да. Утащил весь поплавок на дно. Зато, как будто гигант. Зато хоть поклевку видали. Зато вон там я вам заснял, сколько карася на фидер ловят мужики. А? Красавчики там. Только и делал колокольчик тянут. Ну, ладно. Там еще видите, что? В чем проблема-то? Мы тут все переживаем, дергаемся. У нас вот там мужики на той стороне, на серой лодке плавают. Мы боимся, как бы они у нас верши не стыбзили сетками. А то все-таки сетки денег стоят, верши тоже. Поэтому вот я дергаюсь туда-сюда, хожу, слежу, чтобы они на нашу сторону не приплыли. Не хочу сейчас так рано идти проверять, хочу, чтобы подольше постояли, половилось. Ну, может, даже сейчас придется и пойти. Ладно, сейчас Ромка немножко насладится на удочку, отведет душу и пойдем лодку надувать, проверять. Мокнуть так неохота, ну ладно, что делать. Да, хотим подольше, чтобы они постояли. На первый раз. Плюнул-то, как будто я не знаю. Вот этот беленький, кстати. Ну, что у тебя там, дай-ка засниму. О, есть контакт, смотрите, молодцы. Ладно. О, и ротанчик есть. У меня так. Вот, ребята, сидим, уточек снимаем. Хлебом кормим. У Ромки пока ничего не клюет. Ну, говорит, было пару подкормок. Ну, маленьких таких ротанчиков мы отпускаем. Пока ждем. Еще 6 утра нету. Солнце уже вовсю вылупилось вон. Засвет идет. Лодку мы надули, подсыхает пока на солнышке. Вон тут, а голодающий на карьерах-то не как на уводе. Вон. Подросли подростки. Да, здорово. Ну, драк собак. Всем хватит, а мама-то, смотри, не подходит. Пускай дети кушают, какая молодец. Боятся-то. На уде боятся, блин. Мамке-то не достается ничего. Сейчас я подальше закину, может, и не достанется. О, поймала, наконец-то. Это все дети голодавшие жрут. Да здоровые, блин, подростки, правильно? Красота. Сейчас пойдем мокнуть на лодке плавать. Надеюсь, улов хоть какой-нибудь да будет. Хотя бы 2 хвоста на жареху. Один уже есть в пакете ротан, который ночью попал. Или отпускать маленький. Ромка поймал маленького карасика небольшого. Таких мужик отпускает. А Ромка говорит, не отпущу, говорит, это моя золотая рыбка. Все, ребят, приплыли на первую сетку, на финскую, дорогую, которая стоит там 1400. Есть уже в начале один карась. Вот такой карасик небольшой. Наша ячейка 30-я. Сейчас я буду по всей сети проверять. Весло вот это убери, мне не пропомню. Ну, сейчас пойдем. Вот еще один есть. Мы тут думали, с Ромкой будет где-то 3-4. Мы эту сеть не подкармливали. Пока дыр не вижу. Нам главное, чтобы там андатра была, не продырявила. Измельчал, такой же, как на удочку попал, стрелядик-то. Вот. 2 головы есть, ладно. Никто не угадал. Я за 3 был, ты да. За 4-5. Я за 4, да, тут был.
Никто не угадал. Никто не угадал. Ой, китайку пошли проверять, ребят. Пошла китайская сеточка. Проверочка. Расцепилась она тут знатно. О, опять рыбу обожрали. Ну, ёпанский кардавый. Твою ж мать. О, хороший. Опять у нас, видать, андатра скушала чью-то голову. Вон красиво. Еще на дне сколько рыбы-то. О, какие караси крупные. О, и дыры. Андатра нам тут наделала, всю сеть разорвала. Ребята, нам всю сеть разорвала. За андатра китайскую. Ну ладно. Зато попробовали. Вот так на карьерах ловить. Я в траву, он опустилась. Вот тут посерьезнее караси-то. Вон какие лапки. В траве-то. Вон еще под конец. Давай. Вот. Поворачивайся. Связывай. Да. В общем, дырку наделали нам там андатра. Залезла за карасем, видать. Не суетись. Ну так подгляни-ка. Ну подгляни. Бля, теперь мне все походу карасей упало. Есть еще. Тоже примерно такой же. Еще там есть, отдрягается. Примерно все как один. Тихо, стоп, машина. Ага, все. Ну, все, вижу. Грязь столбом забьет сейчас. Без этого как же. Глючило. У нас тут максимум карась или ротан. Третьего не дано. Вот они, наши красавчики. Красавчики золотистые и серебристые спинки. Сейчас под самый конец, вот тут всех больше должно быть обычно набить. Конечно, надо было этот кустик еще подзаботать, но мы тут прикормили хорошо тогда. Да. У меня уже рука не поднимается. Как на Волге люди сети тягают по 100 метров, не знаю. Мне вот уже 20 метров за глаза устал. Вон там сразу два. Ну, я это говорю, тут 6-7 будет, тут уже больше. Уже 8. Вот они, красавчики. Идут. Мышцы уже прям свело. Мышцы забились уже, все, Олегся. Остался последний рывок. Надо, конечно, кустик-то тут все тоже подзаботать напоследок. Ну ладно, не до этого. Еще, считай, по сети идешь, сам тянешь. Да. Ну да, под конец что-то подвело. Не заботали, потому что с конца, чтобы не выгнали с кустов. Да. Ну и ладно. Ладно. Сейчас еще, ребят, верфь пойдем проверим, выдернуть. Ставьте ваши ставки, ставьте видео на паузу, пишите в комментарии, что будет еще это верфь, как думаете. Ребят, карася много, так что есть смысл сюда еще прийти, потом его будем в пруды закармливать. Мы что и хотим его в залесье увезти покрупнее, когда загребаем, поедем на дачу. Кто нас давно смотрит, знает, что у нас там есть свой прудик, карась у нас там мелкий, а нам потом будет приятнее ловить такого. Здорово? Конечно. Вот, потом это все надо разбирать, распутывать, конечно, сушить. Эх, елки-моталки, какие вещи мощные. Да уж. Обалдеть. Ладно, ребят, сейчас по берегу достанем всю рыбу. Посмотрим, посчитаем, сколько чего-то. Так да. Они прям посерьезно. Все, выключайся, Ромка, поплыли. Все, Ванька. Сначала на берег, выкинем все в пакет, потом за верфями отдельно плаваем.
Ланкет. Смотрим. Сало все всплыло. Вон там рыба гуляет, ротаны бьют сало. Вон, есть этот вес, смотри, сколько дыма. Ниже пускай прозрачный дно. Вон, рыба, смотри, не сколько. Не знаю, увидит там, не видит. Ротанина там есть, караси, наверное, да. Вон. Ой. Ах, вам достанет. Если их кузовки. Посмотрим. О! Даже вьюн есть один, смотри, кто я не да знал. Да ладно. Я не знал, что вьюны есть. Ого, и вьюнок попал. Ротанчики 4 штуки, что ли, да? 4 штуки на сало ротана. Да, если двое крупненькие, да? Да. Ну я как сказал, 4 ротана будет, и 2 карася. Карася мне угадал, ты говоришь, вообще ничего не будет. Ну, сало не подвело, значит. Может, правда сало? И каша-то осталась, кстати. Хрен прогинет. Ну давай, змеёное, пойдём, скажем, скользкий червяк. Ой, выпали. А, брат, направляй. Уже не выживет, наверное, я вот что-то тут сильно подходил. Туда вот. Может, с этой стороны оба. Выдерни его, помоги. Блоку. Вот, все выдернул, молодец. Вот он у нас, извините, первый раз попался нам вьём, ребята. Ну такие обычно на улочку ловились, не знаю, что-то. В этот раз что-то не у кого-то делал на удочку. Где он там? Я ему там всю голову раздробил, блин. Не знаю, как он выживет. Я ему все жабры прокусил, вообще не знаю, выживет ли он там. Ой, ему больно и плохо. Давай. Да оставь, да он все равно не выживет. Ты что такой жадный? Только карася ему маленький. Да блин, мы первый раз вьюна поймали. Поймали, засняли, хорошо. На память есть. Ну ты его жрать сейчас будешь одного, не то не. Здесь у нас косым, караколовка, восьмиходная. Но, ребят, здесь это вьюны, если были, мы там дырку вчера уже вечер некогда было не застопать. Так что вьюны тоже убежали, наверное. Как-то нагнула. Перевернула. Натянула и перевернула ее. Она как-то встала не так. Может и залезла, а может и не залезла. Да по-моему она вообще пустышка бестолковая. Да. По-моему она бестолковая. Норд все-таки надежнее. Как-то она перевернулась нелепо. Она, конечно, только, наверное, больше для раков предназначена. Через этого зонта надо все вытряхать. Да, лучше таких вот, ребят, нордов покупайте, рублей по 500, вот таких вот средних. На не лучше, чем вот это говно. Это вот для раков, наверное, лучше наползать. А если бы была тут рыба, то, наверное, вся через дырку у нас и убежала, возможно. Я не поверю, что здесь ни одного ротана не было. Просто в дырку все смотались, скорее всего. Либо испугались самой этой конструкции. Ее натянуло, ее вот так вот поставил, вот так вот, блин, понимаете? Она на дне должна лежать хорошо. Угу. Видать, снесло, да. Поделись своими впечатлениями. Рыбалка удалась, лодка не подвела. Так что все прекрасно. Даже на удочку поймали ротанчиков и карасика. Немножко так, только устали, вымотались, так потаскать. Ну, активный отдых, он есть активный отдых. Ладно, ребят, сколько мы там, мы насчитали, короче, больше 20 карасей, в общем, и ротанов. В общем, даже больше, чем 18, там 20 с чем-то, по-моему. В общем, сейчас их, это уже будет другой контент, как мы их там, все это, сейчас довезем, это все другое. Так что мы с вами прощаемся на этом, и так съемки вышли большие, и там нам долгий путь, тяжело тащить, так что все, давайте. Спасибо за внимание, не забывайте лайкать, чтобы было лучше.